Привет, прошлый ролик так вам всем понравился, где я учу свою девушку играть, что там даже топ-вопроса нет, только одни шутки. Так что, если хотите ответа на вопросы, пишите под этим роликом в комментариях, что вам интересно, и самые залайканные я отвечаю, все как обычно. Ну и не могу не сказать, что прошло 2 дня квалификации, за это время я в 3 раза увеличил свой банк. Короче, мы походу идем по пути того мажора, где я в 10 раз банк поднял. Так что внизу также ссылка на телеграм-канал. Подписывайся и будь в курсе, что и на как надо делать. Почему не играешь опять через движение минус? В затяжных играх можно играть теперь по старинке. Так, я беру тачку на ФП, я надеюсь, что меня запушат. Я хочу другой билд пробовать. У нас жадная нага, в принципе. Давайте-ка я по новому билду пойду. Хочу тестить. А что не так с Тейчесом? Ну-ка, объясняй. Давай, подеремся, заберем. Он распасивка, да? Понимаешь, что не так? Ты портишь игру 9-рам людям. Скажи, что тупой на течке. Начинается. Чем же я ее порчу? Тупой надечки, в смысле, ракетка на него сработала это до травоман. Мины за 1 000 000 лет. Даже если это травоман, и что? Еще никогда в соло игры не выигрывал. Хоть раз на моем YouTube канале это был, нет? Чтоб такие вещи говорить ужасные. Ты допускаешь, что Рубик... Ага, нет, он с болтом. Ну и хорошо. Постоим, подочкуемся. Жалко, что у меня ТП никогда. Отдыхать, на базу улетел. Так. О, хрип его бьет, прикольно. Тут мне перекоесил. Но он первый уровень пока что. До свидания. Вау, круто, ты сделал первый круг, молодец. Спасибо. Видишь, надо всегда искать положительное. А то сидишь, негативишь с нулевой. Далеко так не уедешь. Ладно, ну да, я услышал по голосу, что ты травма. Ты выкупаешь, на тебя топ-челы мира, блядь, горят с твоих мувов. Когда взрываются, ты это или носишь. Да, да. И? Что? То есть убивать противника нельзя в доте, правильно? Играют. Им неудобно закончить. Которые против тебя, им вообще неудобно играть. Челы без ББ где-то сдохнет и все. Не знаю, тебя по поводу закончить ты вообще рассуждаешь, мусорком. Ну, реально на каком-то слабом уровне. Никогда Тейчес не мешает закончить. Я всегда только за, что пикали агрессию и давили. Да хватит на Рубике держаться со мной. Бодаешься здесь. Один раз уже проиграл схватку. Ну человек между двумя огнями сейчас тусует. Вот ушел. Это на меня? Я могу сетку скачать, за сделать. Да, можем. Ого, как ракетка быстро летает. Бывает. Сейчас вернемся. Привет, как многие из вас знают, я уже не провожу персональные тренировки на Тейчесе, кроме для проигроков. Но вот я сделал исключение, и у вас есть возможность посмотреть на это все бесплатно, вживую. Я уже участвовал у Межарка в неравной битве, теперь пришла моя очередь отплатить ему той же монетой, и я научил его играть на Тейчесе. Объяснил ему азы, так что залетайте по ссылке в описании, и там все максимально подробно, понятно, с инфографикой, в общем, фишечки можно почерпнуть, я рекомендую. Получилось довольно качественно. Приятного просмотра. Ну хоть что-то, можешь меня допустить? Так. Выбил я фасушу. И пошел покушать. Так, это сюда. Четко. Стакнулось. Так, молодец.
До свидания. До свидания, поддушили на двери хорошенько. Мою фласку. Не-не-не, твою, да. Ой. Ну здесь не решало то, что я стоял и впитывал флэг. Давай попробуем. Потому что там все равно пачки бов подходило. А, запей. Да. И не то, что там сделали. Так, я понял. Курьер сил света был убит. Минер, я четвертый сейчас апну, приди, помоги. У меня глимс. Давай. Вроде. Слушай, я не могу, тут стаки. Тут много стаков. Я их сперва заберу, потом подойду. А то они их заберут. Тиммер соло не отдых. Хорошо, смотри сам. Пойдем на эту. Он завис, что ли? Не хватает, уходи. У меня маны типа мало было. А зачем пауза-то? Сейчас он зайдет, не успеет прожать. Я почти убил там. Подожмите. Я добью, потом паузу. Они уже забирают. Давай помогу. Ну, нашел на руки. Так у тебя же первый есть. Надежно решил. Брат, ты постоишь, я на базу сбегаю, наверх лечу. Я подхожу. Койл? Хорошо. Мирон идет к вам. Я не успею отводить, скорее всего. 4. Нет, я не успел. Ну, я кошка идет еще. Опа. Ну, у меня же там фрилиния есть. Ну если бы стрелу не поймал, ты получил 6-й, нет разве? Или тебя контроль выпал? Да, правильно, брат. Ты купил книгу, чтобы взять 7-й левел. Подожди, еще раз. Ты если бы стрелу не поймал, ты его получил здесь 6-й. Ты стоял рядом с лесом, за которым может Мирана стоять. Почему ты не здесь стоял, например? Ну зачем ты меня критикуешь? У тебя реально куча ошибок в твоей листе. Я бы его получил. Ну вот. Вопросы? Вопрос в том, что ты берешь книгу, чтобы взять с 6-го левела 7-й себе. Да, потому что мне понимаешь? На дистанции нужны уровни в принципе. Мне важно быстрее получить 12-й, 15-й, 20-й. О чем? Так. О чем вы разговариваете? Просто играйте. Он улучшает комьюнити. Так, надо пойти помочь ему с этим парнем. Так. Ой, как хорошо. Прикольно получилось. Так, это я покупаю. Я бегу сюда. Хорошо. Сюда можно закинуть. Получается так. Давайте убьем кого-нибудь, типа под ультимейт. Пак, у тебя есть койл? Давай, давай. Хорошо. Верхняя башня противника разрушена. Я могу в бот пролететь? Надо помощь. Меня здесь, по-моему, не нужно. Я бегу магического. Я там убивал Мирану. Окей. Нормально, нормально, двоих убили. Так. Я форс соберу, а потом что-нибудь еще. Хорошо. Отлично. Получил комьюнити. Чел сгорел просто. Ну вот, я об этом и говорю. Улучшаем комьюнити. Я тебе сильно игру испортил, да, наверное, неприятно с тачеством играть. Который 10-5 идет в твоей команде. Я тебе. Господи. Я тебе говорю, что ты портишь просто игру 9 игрокам. Ну так я и говорю, я тебе сильно игру испортил, да? Я же ему то же самое и сказал. У них чел бы бэкается на 15-й минуте просто так. Понял. Ну извини, что я тебя расстроил. Забей, ты вообще не понимаешь, о чем я тебе говорю. Так. Вот помощь, конечно, сультует. Я бегу. Ну он идет, наверное. А вот вижу, у меня нет. Я пока не хочу с вами взаимодействовать. Ой, Ларри, типа под это выпил. Бывает.
Здрасте. За мной пошел? До свидания. Это же... Он сгорел, поэтому и пошел, собственно. Понимаю. Ну... один. Заберем на низ. Ой. А можем и Рубика, в принципе. Будет на Рубика в лесу? Не надо. О. Так, берем вот это вот это. Поехали дальше. Гирокоптер тут. А, так. Тут вроде кусок. Упс. Не подрасчитал пока. Ничего страшного. То есть, получается, ну, крипы здесь помешали. Мне надо было... Ты там выживешь? А как я мог по-другому это сделать? То есть, какая есть история? Если я сперва поднимаю, а потом ставлю, это не успевает сработать. Я понял сразу, что я в говне, и сразу ТПК стану. Если рядом кто-то есть. Если я сперва ставлю, потом поднимаю... Ба, вот. Если ставлю, потом я поднимаю, подхожу, да, я тоже бегу не получается. То есть надо сперва поднимать, потом ставить, но так у него будет время сломать. С другой стороны, топорики сейчас никто не носит, то есть быстро не сломать, это два удара надо. Понял. Да? Ну я глимсану кого-то, если сейчас будут. 9 секунд мне. Ну и урона, ну. Ой. Мой косяк, сори. Сейчас дам доста. Блять, как же мы хуёво комбиним? Well. Сюда, я сюда отступаю только на мину. Мне когда погоди, я не могу. Да, походу не. Не-не, не пойдет. Но он умрет, скорее всего. Я не знаю, надо было мне дохнуть или нет здесь. Не, нормально, нормально. Это зря пошел. Будет плюс на герокоптер? Давай, давай, выхожу. Хорошо. Баунтосик вообще прекрасный. Главное в рошпит заведите его, он умрет. У него нет БКБ на герокоптере. В рошпите он умрет. Я вытащил все ресурсы из Эмбер Спирита, поэтому он не может здесь помочь. Пока. Типа он подъедет, конечно. Но он сильно засловлен в этом плане. Мне кажется, если нога сейчас бы вышла, типа она бы... А, понял. Взрывай, брат. Рано. Взрывай, взрывай, взрывай. Хорошо. Тык. А, лол, Гирыч добил. Но я сейчас-то не забрал. Ой, блядь. Не страшно, мы в плюсе. Что это такое? Реминант. Он знает о минах или нет? Мне вот это интересно. Не знает. Так, пока я под арканой. Я ставлю все подряд. Прыгаю, 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 поехали. Инициировал эту штучку. А почему он меня продолжает бить, интересно? Уходи. Уходим, уходим.
Ничего, что не ушел-то? Телепорт же был, ты чего, друг? Ну нормально, должен найти вроде. Не знаю, вряд ли. Руна, руна, на. Верхние казармы противника. Погрязь сделал. Найс. Гем отдал, эх. А, БКБ прожал. Нормально, тип. Мы тебя убьем, нет? Так все, ну, да? Сейчас БКБ я пойдет. Его не отпущу. Ну, должен сносить. Ай-яй-яй. Сейчас не понял. Оу. Теперь еще понял. Настакали немножко. Ах, умер. Эх, такой стрик отдал. Ну что за дела? Не хватает мне вампирики. Она потом, наверное, сатаник какой-то взял, что ли. Он подойдет и все их взял. Молодцы, ребята. Извините, что испортил катку. Да ничего страшного. Ничего страшного. Спасибо за понимание. Так. Что поделать? Зарувинил парням. Ты часа пикнул. Стой, Строуман, а если вдруг, ну так произойдет, что удалят меню РСДО, ты чем ты заниматься будешь? Научусь на других играх играть? Пока нет мотивации такой. Понял. То есть пока ведер есть, дохуя туда надо учиться. Ну я на просцену не собираюсь, зачем там мне пул? Мне вопрос контента? Не, ну я понял, понял. Так. Кроме него, всем кроме него. А с другой стороны, я зарубил человеку игру. Надо лайкать. Надо искупать свои негативные, так сказать, стороны. Слушайте, мне понравился билд. Я сейчас сыграю еще раз на этом ранге, таким билдом. Я должен его лучше прочувствовать. Мне кажется, выход в Блатор немного неправильный. Мне все-таки форс нужен, по ощущениям. Хочу это затестить. И потом пойдем дальше. Вот потом я хочу пойти на мейн и затестить эту уже историю всю. Опять же, лишний раз объясню, чем вообще вызван, да, вот этот новый билд, почему я считаю, что это нужно, что это важно. Дело в том, что большая часть моих поражений на высоком рейтинге, да, на моей основе, вызвана тем, что не получается играть в темпе против давящего пика. Да, все-таки вот этот билд через Аркана Аганима, он заставляет меня играть слишком пассивно и не участвовать во всем этом с командой. Поэтому вот этот тест чего-то нового, он лично для меня открыл и показал, что такая тактика, она хороша, и я буду ее применять, и, ну, в любом случае, конечно, надо будет какое-то время посмотреть, да, на тенденцию, но я думаю, что это правильное решение, и против пуш-пиков такое будет заходить очень хорошо, пуш-пиков, просто активных пиков, прорывающихся в мидгейме, такой тейчес будет лучше, чем просто традиционный, да, особенно в свете вот этих всех изменений, да, на макрезист, на суицид и так далее. Надеюсь, тебе понравился такой эксперимент, и жду тебя завтра.